друзья мои, справа вон грузовик завалило соком. В общем, не получилось у меня попасть в то место, в которое я хотел. Ну, да ладно. Заедем в него в следующий раз, как будем проезжать мимо. Когда это место откроется. Ну как, у меня заехать в него получилось, только не получилось в него зайти. Так что пусть это останется таким, такой небольшой интригой. Сейчас до паркинга доедем и уже на сегодня встанем. Чё-то сегодня походу жара всех рубит. Опять что-то ерунда какая-то произошла. Ох, ёпт, вояки. Ну да, вояки. Одну туда, одну туда. А, если не, я не ошибся, с Калашниковым стоит. Вояка. Всем доброе утро. Взял кофе. Сейчас поедем на разгрузку. Находимся в Польше. На таком вот паркинге. Душ, туалеты, магазины автомобильные. Купил, кстати, вчера в магазине светоотражайку. Ребят, хочу с вами еще поделиться такой штукой. Короче, подзацепил я эту штуку. Немного приеду в Калининград, буду равнять. А еще, сейчас машину стал заводить. Стал заводить машину и подумал то, что... Где он тут? А, вон он. Жорик. В машине. Оказывается, он не в машине, он снаружи. Ну, я не знаю, Жорик это не Жорик. Очень похож на Жорика. Таракан, одним словом. Ну что, в общем, сейчас допиваю кофе и едем на разгрузку. Приехали на за... Так, нужно найти склад Б. Б. Что-то она сказала. А, налево, наверное, у них тут движение, так налево. Ага. Так. Сейчас подождем. Пусть возьмет палетку. Так, 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 так. А, ну да, блин, я привез, получается, он прямо лежит справа от двери фуры кузова. Лежат шасси поезда. А мы привезли части кузова какие-то. Что он делает? Молодец. Молодец. Так, Б, Б, Б. Сколько тут? Ага. Нам сюда. Ну ты смотри. Блин, вообще не смотрят на дорогу. Ладно. Ставим вот тут машину, никому не мешаем.
и пойду узнавать, что там будет по разгрузке. Фух, ну что, мы выгрузились. Сейчас нужно доехать до почты, отправить письма. Кстати, это не завод. Через 200 метров поверните направо. Где поезда строят. Это склад временного хранения, получается. И отсюда доставляют в Минск. На какой завод, не знаю, не спросил. Ну, в общем, делают поезда не здесь, а в Минске. Так, сейчас мы... Поверните направо. Женщине отдадим талончик отмеченный. И поедем дальше. Дзеня. Дженьки. Ой, блин. Все, поехали. Так. Пристегнулись. Здесь направо. Письма я уже подготовил. Вам уже, наверное, видно, они отражаются в лобовом стекле справа. Кондиционерчик включил, на улице духота, блин, ужас. Все. Мы разгружены. Обстановка по кайфу. Отправим почту и будем ждать, ну как ждать, искать загрузку на Калининград, дабы поехать домой. Ну вот и Варшава встречает. Дождь и пробка. Даже не знаю, что лучше. Наверное, дождь. Пробка не лучше. Парковка будет через 2 километра. Вот знак справа. Через 2 километра и закончится эта пробка, блин. Ой, ладно, чё. Будем катиться потихоньку. Ну что, друзья, товарищи, нашли мы загрузку на Калининград. Едем сейчас грузиться. Очень скоро окажемся дома. Надо еще будет пару дел, конечно, сделать здесь по месту. Ну, это так, своих личных. Аптека, магазины. Ну, судя по заявке, вес будет небольшой. Сейчас самое главное будет найти эту фирму. И решить с документами дозагрузиться. Время у нас 11:30. Находимся мы в Пружкове. Практически всегда грузимся здесь, в сторону Калининграда.
Ну, по крайней мере, раньше, когда я занимался, вот Калининград. С Калининградом в Польшу возил грузы, то и наоборот. То в основном вот на этой улице и загружался. Блин, вонь тут от свалки, конечно. Тут еще перерабатывающие заводы. Я так предполагаю, грузиться будем там, где обычно. Ну какой 222 стоит. W8, альфа там номера. На самом деле ругают еще то, что да, у нас там в России там ремонты днем делают дорог. Вон они тоже днем этим занимаются. Да и в Германии тоже днем занимаются, черт. Не только в Польше, и в России. Постоянные штау на автобанах. Так, магазин НР нам нужен, склад НР. Он где-то с левой стороны сейчас будет, через 800 метров. Коллега. Не все здороваются. Дальше тебе ехать, дальше. Куда ты поворачиваешь? Ладно, поворачивай. Я так предполагаю, мы опять будем заезжать и грузиться в том же месте, на тех же складах. Ваше место назначения будет слева. Ну да. Ну да, ну да. Именно так и есть. Ваше место назначения находится слева. Сейчас поставим машину, пойду узнаю, где этот магазин находится.